Друзья, всем большой привет, с вами Дмитрий. Сегодня я покажу вам небольшой обзор на автомобиль, который мной был подобран для моего клиента. Это Renault Grand Scenic 4, 7-местный. Мой клиент обращается ко мне уже за 3 года второй раз по подбору автомобиля. В первый раз я ему подбирал Peugeot 308, ну а сейчас ему потребовался более вместительный автомобиль для большой семьи. Итак, 2018 год, 136 тысяч оригинального пробега, 1 580 000. Машина с полторашкой, К9К, 110 лошадей, 6-ступенчатая механика. Машина без окрасов, полностью в заводском окрасе. Все стекла вплоть до лобового также оригинальные. Шины два комплекта, зима-лето, лето прилагается. Вот такой вот автомобиль в комплектации Intense. Да, машина на галогеновых фарах, но это было не принципиально для него. Зато есть зимний пакет, это омыватель фар и подогрев передних сидений, что является редкостью для подобранных мной автомобилей из Европы. Сами знаете, кто, наверное, рассматривал, что тот же пакет зимний, это редкость и установлен на маленьком количестве автомобилей. Сейчас, ребят, покажу вам быстренько сам салон. Что здесь есть? Передний и задний, понятно, парктроники, бесключевой доступ. У нас комбинированный салон, водительское сиденье с массажем, есть подколенный подпор, есть заветные кнопочки, которые включены, подогрев сидений, большой планшет, 136 пробега. Вот, пожалуйста, демонстрирую. Ну, в принципе, такой хороший, незаюзанный салон. Напомню, машина 7-местная, есть также столики, ну и третий ряд сидений. Сейчас машину поставили на учет, все, получили номера, и я их спокойно выполненным чувством подбора полноценного отпускаю ребят домой. Ребят, кому понадобится подбор или проверка автомобилей в городе Пскове, можете звонить, отвечу на все ваши вопросы. Звоните, пишите, буду рад помочь. На этом у меня все. Всем пока.